За ходом голосования на выборах президента России будут следить в Центре общественного наблюдения, который расположился в здании многофункционального центра. О его работе рассказали председатель областной общественной палаты Михаил Половинко и уполномоченный по правам человека в ЕАО Любовь Павлова. На протяжении 3 дней выборов здесь будут работать волонтеры, общественники, представители кандидатов и политических партий, которым предстоит в онлайн-режиме следить за ходом голосования. Тесно налажена связь и с наблюдателями, которые будут присутствовать на каждом избирательном участке ЕАО. Мы постоянно будем координировать свои действия и с наблюдателями. Будет работать горячая линия для жителей Еврейской автономной области, куда они могут позвонить, обратиться. Электронная почта будет адрес, куда можно будет написать, чтобы мы могли оперативно давать обратную связь на пожелания, какие-то замечания. Может быть, они что-то увидят, что мы не сразу заметим. Для надлежащего наблюдения за ходом голосования на территории ЕАО обучение прошли около 400 наблюдателей. На каждом избирательном участке их будет находиться не меньше 3 человек. Вся информация о любых нестандартных ситуациях будет поступать в Центр общественного наблюдения для их оперативного решения. Никита Натапов, Кирилл Богаченко, Новости 21.